Можно ли крестить квартиру? Наверное, освящать, что значит крестить. Крестить можно только человека. Крестить – это значит погрузить. То есть мы квартиру погружать никуда мы не можем. И машину нельзя крестить. Надо только осветить машину. Поэтому можно ли... Я так понимаю ваш вопрос. Можно ли осветить квартиру? Заберем слово «крестить». Муж против, считает, что не по-христиански. Нет, жилище освещается. Почему нет? Это как раз по-христиански. Освящению поддается все, к чему соприкасается человек. Для этого не нужно обязательно священника звать. Возьмите в храме воды крещенской, иорданской. Найдите в молитвословии для мирян молитву на освящение всякой вещи там, или еще какой-то. Или если это касается жилища вашего, то почитайте Псалом 90, «Живи в помощи Вышнего». А потом Псалом 100, «Милость и суд воспою тебе, Господи». Запомните, Псалом 90 и Псалом 100. Вот это прямо из Библии, там, или из Псалтири отдельно взято. Вот. И потом этой водичкой, там, крапильца какой-то себе купите или сделайте. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, вот пройдите по всему дому. Да. А потом еще можете прочесть из Евангелия 93-е зачало Евангелия от Луки. Христос в Иерихоне, в доме Закхея. Вот. Сейчас вам даже главу попытаюсь подсказать. Что вы, значит, Псалом 90 и Псалом 100. Да. Глава 19, 10 стихов Евангелия от Луки, глава 19. И святая вода крещенская с молитвой «Тропарь кресту, спаси Господь, люди твои». Можно пройтись по дому и покрепить ее водичкой. Вам для этого не всегда нужно даже и священника звать. В крещенские праздники это может каждый делать дома. Это все хорошо, здесь ничего плохого.